сначала рыбы в гравитационном аквариуме. Капусточка. И так с двух сторон от зеркального канала. Здесь какие-то то клеомы и капусточки. Видно скумпию пожеванную и флоксы. Девисил. И астельгоидес пластинчатый. Воронец какой красивый. Ай-яй-яй-яй-яй. Белые ягодки в центре. Около борец восточный. Аконит. Около аконита. Какая красота. Гелиопсис. Огромный кустик. Выпал на дорожку. И вероникастр белый рядом с пасконником. А пасконник только зацветает. И шмели его тоже посещают. Плоксы. Это цвела кучерня сердцевидная. О, какие прикольные семена. Вот цветочки белые еще есть. Кое-где. Аджерси перистая и подофиловая. Меня не знаю, какая. Японская каштановая листа. Да, что это такое, я не знаю. А вот тут это весна с семенами. А вот и копытин европейский. Красавчик. Веснотка, вот попала, веснотка гигантская, смахивает на обычную крапиву. А вот это вот киркозон, штейка, но он какой-то маленький, это шляна должна быть. Да, кир хитовидный, а вот и его плоды. Плодик, вот, ягодка. Ну, зелененькая. А должна быть красненькая. Воронец голосистый на дальнем плане. Удалистый. Вергинский, где, не знаю. Воронец голосистый. Снизу черненькие семена. Я думаю, это его воронца. Рянка опушенная. Подофил разнокожий кинский листик. И горячатка ластогневая. Илиум, улема стоять.
очень залезают семена. А вот это мехиня, оказывается, крапиволистная. Белокрынник. Вот здесь белокрынник болотный, крупненький. Многорядник трехраздельный. Асмунда клейтона. У пиона обратно лицевидного коробочки с семенами. Трилиум камчатский. Оживающий с семенами. Вот семена у уника другого вида, похожи на денежки. А тут вот такие. Вот, оказывается, шалфей клейкий. Какой интересный, с кремовыми цветочками и со стильбой. А вот и резема амурская, ягодки и листики. Видно, смолевка рассеченная. Ага, семена. Сока волосистая. А у нас такая на болоте растет. Лиана, где скорее кавказская, на дерево лезет. И глаз четырехлистный. Вот одна уцелела воронья глазная ягодка. Сазокурильская, вот как бы бамбук. Очиток побегоносный. Подосил шеститычинковый с плодами. Келия японская не должна цвести. Уже август, а она тут цветет. А вот еще один бамбук. Фаргезия рыжая. Девисил высокий. Девисил. Огромные заросли. Под 3 метра ростом. Маклея сердцевидная. О, какая красота! Прямо цветет. Так. Какой-то... Ой, это какая-то лилия. Интересная, восточная, белая. Но она в тени еще только зацветает. А нет, она, наверное, уже семена дала. Розочки почвопокровные. Роза дизайнерского вида. Вербейник литровидный цветет. Наконец-то я его узнала, а то бишь опознала. А то по листьям никогда не узнаю. А вот травоклевка. Тупая, розовая красоточка с вербейником белым в перемешечку. Бузульник зубчатый. Яркий, желтый цвет. Так, аморфа какая-то, наверное. Вот это. Мне еще греет семена.
Вот это растение. Не могу опознать. Думаю, что это бузульник Вича. Судя по... А вот это бузульник Пржевальского. Отцветает. Опять вербенник клетровидный. Герань отцвела. Мордовник. Николайцы называют на Украине. Мордовник огромный, самый большой, 2 метра ростом. Аконит Фишера еще даже не начинал цвести. Астильба китайская. Вот. Потом горец растопыренный. Пасконник коноплевый. Я думаю, коноплевый. Пасконник. Висел. А вот это луговик тернистый. Красавчик. Манжетка. Фокс. Очень яркий цвет. Метильчатый. А вот это, наверное, ревень. О! Золотарник. И гили... Как? Гелениум. Гелениум это. Вероникастром дал семена. Вот тут гелиопсис. Желтенький цветочек. Ой, мелкая астильбочка. Пасконник. Вот, который уцелел после того, как в поголовье принято было решение этой весной сокращать. Пошел к выходу на контроль. Вероникастром голубой или сиреневый. А вот это какой-то злак, похожий на проса. Вероникастром. Флоксы. Выглянуло солнце. Герань. Крупнокорневищная или какая. Оксики. Красивенькие. Похожи на сорт Лаура. Или Успех. Полынь какая-то. И вот это, наверное, скабиоза. Но, судя по росту, не знаю какая. И аконит вон желтенький, кремово-желтый аконит, видовой, не помню вид. Любят шмели. И некоторые люди. Вот они так едят. Его едят. Здесь поближе на отцвевшей отстильбе соцветия коника. Вот он такой. Полегли. Вид я его не могу вспомнить, а табличек нет. Вот это я все-таки думаю какой-то горец. А какой, не знаю. Отскумпии, флоксы и... То ли астры, то ли мелколепестники с котовником. Асконпия, вот она. Маклейка, ревень. Любят шмели.
и некоторые люди. Вот они как едят. Его едят. В Фиксбордере около зеркального канала оказалась магнолия. И почему-то она решила цвести. Наверное, повторно. Пасконник. Астра многолетняя. И гелиопсис. А вот еле живая бабочка, явно из какой-то платной коллекции. Нимфейный пруд некоторыми кувшинками в цвету или нимфейными. Красненькие, канна и беленькие. А на дальнем плане закрыты розовенькие. Розовенькие кувшиночки. А канны отцвели от розовых немножко. Филейник буро-желтый, но он сортовой. Ну, найдите его.